свою покупку. Погнали, пацаны. Давайте, ребят, потихоньку начинать. Действительно, действительно, легенда сама себя не возьмет. Так, что, кто тут в легенды крайне? Победа паладина или воина? Разбойника или воина? Ну, это можно сделать. Шамана или чернокнижника. Так, у нас два квеста, которые у нас никак не делаются. Разбойник, разбойник. Придется нам, ребята, делать две победы разбойником. Ну, сделаем, что сделать. Сделаем, что сделать, говорю я. Такой мастер слова. Погнали, сейчас быстренько на бустер все заработаем. Может, немножко проиграем звезд. Фотки саба спрашивал, ну-ка. Ой, красавец. Ой, красавец. Над кроватью повешу. Через неделю в армию. Через год стримить будешь? Я очень надеюсь, что да. Если меня автобус не собьет, то буду, конечно. Так, а что у нас тут по музыке, друзья? Маловато, понимаешь? Маловато будет. Привет, Богогор. Да, полиморф, кстати, очень клево. Только он его как будто из лося. Да не из лося, а со спины. Ну что здесь из лося-то? Золочек, да? Золочек опасный. Ставим фен против золока. Приветствую тебя. Да, мы, кстати, перед фильмом посидели так нормально и, возможно, не все успели разглядеть. Как работает Ктун? Дамажит столько, сколько атака равна. Ну, по атаке, конечно, там же написано. Потасовка челленджи делать. А какая, кстати, потасовка? А, нет. Дреней разочаровали. Эльфы какие-то на эльфов крови больше похожи, чем на эльфов. Ёб твою мать, а. Ё-моё, ну что за дела такие, ребята? Открой чатик для ансабов на одну минуту. Чат спам библетум, библетум. Ну а пусть мудрый откроет, ладно. Без проблем. Библетум, библетум. Кто-то библетуми что-то нам. Так, ну там, видимо, баф какой-то. Ящик арбузов надо почистить немножко. Ну, удар целая пачка. Опасно, опасно, ребята, что делать-то? Маловато, отречение от тьмы у нас есть. Маловато будет. Привет, Рома. Спасибо за стримы. Ребята, подскажите трек, который играл первым при начале стрима. Не успел посмотреть. Самира, it was him. Включать не нужно. Заранее Самира, it was him. Ваша гильдия BM-Hunt не нужен, ну ты спроси. Не у меня. Блин, ребята, что-то у нас некоторые проблемки тут. По жопе нам дают. Где же наши бэкстапчики? Где же наши друзья бэкстапчики? Полблад такой, агент Ашри, да? Либо просто дракона. Давай, наверное, просто дракона. Привет, гном. У меня это впервые. Когда я музыку у тебя заказываю, так что, пожалуйста, постарайся нежнее. Асла, ты так поставь, пожалуйста, нервная сричка, Асли. Невергонно гивел. Слушай, спасибо тебе огромное. Вот я только когда играю Путь Самурая, вообще никакую музыку не ставлю, потому что тогда мы не сможем все это потом смотреть на ютубе. Давай я тебе, может, в перерыве поставлю, если хочешь. Либо в следующий раз, когда захочешь. 13 хп у нас. 13 хп. 13 у нас хп. Что-то нам бьет морду, ребята. Как бы не сдохнуть в страшных муках. Ладно, попробуем выжить. Я тебе поставлю, вот, давай ты выберешь, либо в перерыве, либо я тебе, вот, когда ты будешь готов. Так нежно, как только захочешь. Шо, летал, что ли? И демон еще 5-7 у тебя есть, кто второй прокачки. Ну, нормально у меня сложился пасьянс, да? Охренеть. Охренеть, там пасьянс сошелся. А все почему? Потому что бэкстаба не было, ребята. С бэкстаба мы бы сразу в ухо бы отстрелили и сэкономили бы просто миллион хп. Какие впечатления от Варкрафта? Очень хороший фильм, ребята, очень хороший. Идти надо. Я еще раз пойду, чтобы Громаш рассмотреть. И Мурлока, и все там рассмотреть. Слышал ли ты знаменитый звук падающего парня? Нет, звук падающего парня не припомню.
Какой-то у меня странный Miracle Rogue, вам не кажется? Это Cole Blood один, но постоянно маловато приходит. Понимаешь? Постоянно прет. Маловато будет. В перерыве. Давай хорошо, тогда, хорошо, я включу. Свет защищает меня. Блин, агропаладин. Да ё-ма, шо ж они агромудаки, а? Надо бы друидиком играть против агромудачков. Ну, тут вот квестик на две победы. Ладно, будем делать квест, что делать. Гул'дан качок. Слушай, мне кажется, он не должен быть качком. Это в фильме какой-то Рэмбо. Так-то он не должен быть таким мощным. Ну, на-не. Рома, у меня девушка появилась, возрадуйся со мною. Потому что у тебя появилась, а не у меня, еще я буду радоваться. Жалко тебя, что ты скажешь. Вот, хорошие колоды, а? Мы две победы, второго это сделаем с такими оппонентами. Сделаем, наверное, куда мы денемся. Да, друид с ними неплохо бы себя чувствовал. Рифатик, здорово, здорово, Рифатик. Ладно, время на отбить. Тут нужно карты не экономить, потому что божественный милость может задроиться одна. Там же не только Рифатик, там еще и... А, там Jester of King, шут или король подписался. Кстати, незнакомая фамилия. Первый раз ты, да, Jester of King? Здравствуйте. Здравствуйте, Jester или король. А как нам все это размудохать-то? Через преп. Мне что-то дороговато через преп. Через преп что-то дороговато, да? Наверное, потерпим немножко. Там может быть прокачка. Маловато будет. Но. Это не ночные эльфы. Это высокорожденные. Сиськи у их королевы зачетные. Высокорожденные это же и есть ночные эльфы. Мне это надо. Айбор, ну он сейчас задроится от меня. О, видали? 6 карт за 3 маны. 6 карт за 3 маны. Нормально. Ну ладно, надежда, что мы сейчас навалим какиши через спылы и завалим стол. Правда, опять же, препарейшн придется отдавать. Придется отдавать препарейшн. Редрини, СПБ, спасибо за подписку. Поперло-то, поперло, ребята. Как всегда после выходного. Высшие эльфы, будущие эльфы крови. Ну ладно, вы, наверное, лучше знаете. Куда уж мне там в эльфах разбираться? Интересно, куда он в пятачок пойдет или тетку все-таки убьет? Тетка-то опасная. Тетку надо мочить. Да, все-таки мочит тетку. Мочит тетку! Что-то на меня нашло. К слову, Громашев, Киллрок в одном моменте там тоже промелькнул. Я не знаю, как вы все это разглядели, вы, наверное, очень глазастые. Но в свое оправдание скажу, что мы перед этим почти 3 часа в баре сидели. Я вообще экран с трудом там смотрел. О, нормально, ничего себе. Мириниаэль, Мириниаэль. Ставь в покое. Вот сучка крашеная. Дум, ты тупой? Нет, ты тупой. А я нет, а ты да. А я нет. Заткнись там вообще. Алекс, ну отстаньте от пакета, чудовище. Алекс. Я тебя пасть порву. Пасть порву, чубака лохматая. По Мириниаэлю нет информации, ребята. У кого есть информация по Мириниаэлю? Да хватит мне говна-то наваливать, чувак. С этим надо что-то уже решать. Так, фен ножей на 2. Да, я думаю, фен ножей на 2 то, что нужно. Я сейчас с этим потом делать. Чисти, там прокачки должны быть, +4 всякие.
По идее, там прокачки должны быть плюс 4. Алекс. Пасть порву. Врага поотшибаю. Прячьтесь по домам. Ой-о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 й. Так, как бы нам не сдохнуть в страшных корчах, друзья. Привет, Багирка. О фильме? Да, уже вот в процессе буквально. Атака у него на 7. Я могу дать вот сюда 5 дамага. Но тогда игра затянется. А могу попробовать убить на следующий ход. Наверное... Пробовать нужно убить на следующий ход. Атака у него на 4, можно добавить 6. С 3 карт. С 3 карт 6 не так-то просто добавить. Не, ну может там Лерой есть. Либо 2 прокачки, да, Алекс? 2 прокачки либо. Либо рывки. Ну короче, 6 надо добавить. Здесь все шансы налетал. А, нет, у нас что-то не летал. Интересно. Так. Ну, понятно. 0-2 рожка идет. Прекрасно, прекрасно. Я думаю, 6 кар за 3 маны оказали свое влияние. И опять же, отсутствие бэкстабов. Вторую партию подряд. Играем против Аградек, нет бэкстабов. Алекс, ты видала? Ты видала, Алекс? Валира и Рал. Замолот рока. Шо, опять оградочка? Понятненько. Ну, в этот раз хотя бы сдача хорошая. Сейчас нам эти две победы рога даются очень-очень трудно. Бэкстабов-то завезли за все партии сразу. Захватили мне рыбки. Так, Люсяк, не мешай. Дай мне место для мышки. Дай мышкой-то поёрзать. Бака. Твоя по подоконнику гуляет, жрёт листья, а на какой этаж? Смотри, свалится. Где же наши мужички-то 5-4, а? Когда они так нужны. Давай начнем. Где же мужички 5-4? Второй? Ну да, второй. Не очень страшно. Сегодня кот пробрался к соседям по корму и сожрал у них кучу растений. Молодец какой. Так держать. Вот и скилл, во-первых, вот он скилл, вот это скилл, да, я понимаю, а то болезнь какая-то. Давай, наверное, сапнем его, да, для начала. Не, можем сразу заванщить, что сапать. Можем сапнуть. Будем давить, будем играть в агрессора. Обидно будет после такого гаджестанца тупдекнуть, когда мы потеряли монетку и преп. Как в Warcraft стоит ходить? Ну конечно, конечно. Как ты думаешь, будут сиквелы? В планах у режиссера снять трилогию. Поэтому, конечно, будут.
Вот вопрос, когда, потому что этот фильм снимали очень долго. Привет, Мегапиха. Не хочет больше переставлять. Мужика 77. Да давай, чё ж там. Вот ишь, ёжика. О, нормальная, кстати, карта. Так, нет, что-то мне пора дроу какой-нибудь поднимать. Там драконов, что-нибудь, поджистанцев, что-нибудь эдакое. Что-нибудь эдакое, ребята. Привет, Тазори. Всем привет, ребят, добрый вечер. Убивать его или опять Торм? На вид нормальный был. На три, вот сучка попал на три, а? Вот ты сучка крашеная. Давай еще раз его сапнем. Чай там не расслабляется. Мы потом с двумя драконами дадим на 7. Что это за неполноценный? Ну, волки-то что-то вообще на дешево отдал. Волки что-то несерьезно. Так, там может быть второй шторм, поэтому дракона буду беречь. Кто тебе всех больше понравился из персонажей в фильме? Хороший вопрос, хороший. Второй шторм, да еще под тотемом, сейчас дракона зашибет. Ты че, ты че? Ёб твою мать, а. Не, ну я так не играю, ребята, это не серьезно. Ученики, внимание. Я так, ребята, не играю. Ну ничего себе он меня тут наиграл-то. Мне вот, я думаю, кто-то из орков больше всего понравился, не могу понять кто. Привет, Фулгор, добрый вечер. Добрый вечер. Пытаюсь вернуться в WoW, объясни, почему Шпрот пала не взяв последний талант Щит Небес, а взял усиление печати. Или печать просто под рейта и босса. 15% хосты — это очень много. Печать дает 15% хосты, а если их свичить, чем я не занимаюсь, но их можно свичить, то там получается... И еще лучше. А Щит Небес, он нужен для танкования пачек. Если ты много трэш танкуешь, ты же все равно можешь поменять как бы билд в любой момент. В любой момент поменять билд можешь. Ну, между боссами, разумеется. Вот. То есть в нормальных рейдах, сложных, там билды меняются постоянно. Ты не делаешь один билд на все время. Надо будет танковать и героики какими-нибудь 5 people или там кучу трэша. Поставишь щит. Нет, играй с печатью. Но ты должен иметь в виду, что тогда тебе капы придется подгонять. Разным гир у тебя должен быть, потому что прот паладину первым делом нужно 50% хосты. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Короче, лучше печать разбери и все. Привет. Молодец. Вначале это темп, потом такой чувака. Вопрос. Как ты пришел к идее стрима? Ну как все и приходят? До того, как начал стримить. Наиграл в КС. Ну как все приходят к идее стрима? Так, одна победа есть. Карт хорош. Вот. Ну, я такой решил, а давай я постримлю, а давай. И так и пришел. А сколько я играл в КС, прежде чем начал стримить? Почти нисколько. Я почти одновременно начал играть и стримить. Привет, Павший с небес. Я тут тоже, кстати, немножко поигрываю, пинка качаю, когда еще спать неохота, а уже делать нечего. Сегодня записал 3 задачи по Харстону новые, одну залил, буду заливать, наверное, по одной в день или как-то так, чтобы не сразу куча все. Боже, комменты читаешь к задачам, это просто, ребята, вера в человечество у меня пропадает. Выложил задачу, прошло буквально час, там, смотрю, куча комментов открывают, там два чувака срутся. Да ты пидор, да ты школьник, да ты тупой, да мамку ты в кино водил, да ты, блядь, иди там вообще. А вообще ничего про задачу, просто два чувака срутся на две страницы комментов. Твою мать, просто мне так, чуваки.
О, гражданчики. Слушай, опять шаман, да? Надо быстрее делать вторую победу и валить отсюда, с этой пороги. Идти на друида. Сколько времени? У меня без 5-8, например. Но утро, вот я проснулся очень недавно. Ну что там, Улихан? Привет, Абделикс. Это ж YouTube, да? Это дело не в YouTube, на Twitch это то же самое. Какой персонаж из Warcraft тебе понравился больше всего? Только что спрашивали. Орки мне понравились, орки. Ты бы сводил маму в кино на Warcraft? Да, что неплохой фэнтези. Они, знаешь, молодцы, что сделали, что сделал режиссер. Не только задроты-то Warcraft поймут, что к чему. Те, кто не шарят в этом, тоже несложно. Получилось такое, если ты не разбираешься в Варкрафте, в Властелин колец. Ёб твою мать. Это что такое вообще? И главное, что нам играть. Слушай, мне придется оставлять фен ножей, потому что он под драконом против шамана слишком тащит. Но то, что у нас полный пропуск четвертого хода. Блин, как же херово без мужиков 5-4, да? Сейчас бы поставил мужика 5-4, все, никаких вопросов. Это что вообще? Нет. Точно, нужно молот с ядом сыграть. Точняк, да, молот с ядом будет охренительно. Отличная идея, кстати. Сейчас яд найдем, ребята, молот с ядом. Давай, скорее яд, камон, молот с ядом. Молот с ядом, давай. Охрененно. Давай, надо яд искать. Спасибо, меня руководитель по диплому сношает. Сношает, значит, любит. Да, еще один дракон нужен сейчас. Нет. Дракона у нас уже нет, ребята. Ну ладно, он сейчас отдаст лягушку. Мы поставим гаджестанцы, дадим стелс. Может, стапчики какие-нибудь покрутим. Будем искать яд. Шаман стал с Элизой. Ну, контроль шамана. Может, и Рено шаман, на самом деле. Может, Рено. А в Рено шамане Слизнюк или Харрисон должен быть. По идее. О, какая. Так, молния на 4. Корова дорого им обходится, да? Не ожидают они корову увидеть. Хотя две молнии. Две молнии, значит, не Рено, значит, просто шаман. Блин. Он еще и похилит сейчас вот этого чувака. Очень плохо. Очень-очень плохо. Ну, поехали. Это очень, друзья, плохо. Ой, я же, кстати, саб собирался давать. Я же собирался давать саб. Ладно, хер с ним. Тоже ничего. О, яд номер один. Да, я думаю, препарейшн фен ножей. Плевать, что на один. Нужно чистить телку 3-2 и... Еще яд. Больше ядов, ребят. Богу ядов. Пока еще не яд. Ходи, дружок, ходи. Так, ты бьешь у меня 6 маны и будет еще либо на сап, либо на существо. Главное, чтобы он не сломал мой молот, потому что мы на перегрузку влезем. Да не, ну на самом деле тут сап не очень-то и хорош, потому что он же все равно очень дешевый. А вот мужика 7-7 вернуть гораздо круче. Правда, монотайт. Ну, монотайт мы сожрем. Сейчас сап дадим. Потому что еще яд, мы еще ход подождем. Сап. Давай сполдаем, что это ему убьем, он очень опасен. 9 карт осталось. Ну, гаджестанчика сейчас, очевидно, убьют. Плохо, если молот сломают. У меня молот — основное оружие теперь. У меня...
меня нет времени на... Сильвана? Сильвана, и это все? И это все? О, чувак, я тебе сейчас такое покажу. Ты такого никогда не видел. Давай, яд, камон. Камон, яд. Яд, камон. Яд, камон, яд, камон. Камон, камон, камон. Это не яд. Да. Где? Даже и не знаю. Ну, какой-то оппонент был очень вялый просто. Очень мильная задача. Так, ну ладно, мы сделали делик на роге. Да, даже два делика мы сделали. И сейчас пойдем покупать бустер. Жирный бустер с Сильваной тоже. Сильвана Рагнарос. Сильвана Рагнарос. Сильвана Рагнарос. Может, Рагнарос даже лучше. Можно дерево 5-10 скрыть? Давай. Рарка. Эпики. Эпики или нет? 40 пыли мы скрыли. Ага. Так, мне нужно отойти на минутку, я сейчас...